Анджелина Джоли не может скрыть ненависть к Шарлиз Терон. Слухи о том, что актрисы не испытывают нежных чувств друг к другу, ходят в Голливуде многие годы. Внешне похоже на то, что обе знаменитости поддерживают нейтралитет. Однако между ними существует негласная конкуренция. Каждая из актрис считает, что другая копирует ее во всем. Это касается не только профессиональной сферы, но и личной жизни. Разводы, усыновления и бунты отпрысков актрис держат в напряжении всю голливудскую тусовку. Общие друзья в разное время пытались помирить Анджелину и Шарлиз. Джоли уходила сразу, как только на горизонте появлялась соперница. На публике Терон делает вид, что вся эта суета ее абсолютно не касается. А как вы думаете, какова истинная причина этой вражды? Никола Пельц изводит Бруклина Бекхэма ревностью. Отношения парочки сильно изменились после свадьбы. Окружающие уверены, что Бруклин буквально одержим своей женой. Ведь молодые люди постоянно находятся вместе и открыто проявляют свои чувства на публике. Все дело в банальной ревности Николы к многочисленным поклонницам возлюбленного. Видимо, супруг старается не давать ей поводов из-за повышенного внимания к его персоне. Теперь их желание демонстрировать романтические отношения на публике воспринимаются окружающими иначе. Однако дочь американского миллиардера ревнует мужа не только к посторонним женщинам. Всем известно о ее натянутых отношениях со знаменитой свекровью. Возможно, именно поэтому Бруклин сильно отдалился от своей семьи. А как вы считаете, как долго наследник Бекхэмов будет терпеть подобное? Селена Гомес призналась, что не сможет родить ребенка. Не секрет, что жизнь знаменитой красотки не похожа на сказку. Все дело в наличии нескольких хронических заболеваний, которые сильно портят жизнь молодой певицы. Речь идет не только о красной волчанке, из-за которой Селена потеряла почку. Селена страдает от биполярного расстройства. Она вынуждена лежать в специализированной клинике по 4 раза в год. Ведь во время обострений она фактически не помнит себя. Врачи прописали звездной пациентке лекарства, которые отрицательно влияют на способность родить. Это значит, что Гомес не сможет забеременеть и выносить ребенка самостоятельно. Этот факт стал настоящим ударом для знаменитости. Ведь она всегда мечтала иметь семью и быть многодетной матерью. А как вы думаете, сможет ли девушка наладить нормальную жизнь?